крутого формата, иллюзионное трэш-шоу. Вас шокирует участник телепроекта Street Magic и удиви меня. Один из самых популярных иллюзионистов России. Макс Дэвис. Город Москва. Оу. Добрый вечер, Дэм. Гипноз, телепортация предметов. Телепортация. Найдите. Хеллоу. Ну я больше по-английски ничего не знаю. Ты иди сюда. Ты куда убежала ты? Будешь мне помогать. Я вам сейчас покажу 2-3 таких, ну сказать, не фокусов, а трюка. Это хорошо отработанные трюки. А, если есть у кого-то догадки, ну, можете подойти, спросить и не высказывать свои версии, потому что некоторые люди пытались это повторить и пострадали после этого. Давай, включай. Такой трюк, я его придумал очень давно, я увидел, сделал его какой-то англичанин, но он сделал это все лайтово, забавно, и он, ну, в общем-то, он придумал, я переделал. У меня есть очень много гвоздей. Держи. Проверьте, что они не складываются. Я же задерживаю. Складывается это вот так, короче. Гнуть не надо. Любой. Это будет ваш? А теперь выберите один мне. Любой. Все. А, вот. Бежит. И сейчас я покажу, куда можно этот гвоздь забить. Я покажу на себе, я покажу на нашем джеке. Как это, ну что, это не подстава, мы с ним реально не знакомы, в принципе, не можем быть знакомы. И дай ей эту штуку. Саш, ты где? Где она есть? А, вот. Ну, смотри, и вот он самый главный реквизит. Давай сначала его и погромче прям давай. Thank you.
можно сказать, мы договорились, и бой все-таки он был призерой. Можно? Вот так вот, стойте. А, джигер. Больно было? Все хорошо было. Просто я боюсь, что нос сломан и как бы он может не войти. Можно еще раз попробовать, он полностью войдет по самую шляпку. Пробуем еще раз. И будет забавно. Я смотрел. Я тоже так подумал, что нос сломан и надо... Ладно, большое спасибо за участие. А мы сделаем тогда проще. Ты же мне очень помогаешь. Тебе и помогать стоять. Вот смотри, я-то знаю, как это все работает. Вот когда ты будешь его дергать, у тебя есть пазл глаза. То ты видишь, и глаз выйдет тебе нахер. 100 евро, и глаз будет. Не надо ничего. С вчерашним кокаином, давай. Держи, давай. Подарок тебе. Сейчас. Я не знаю, ну что вообще? Ну, большое спасибо за внимание. Я был рад видеть вас всех. Особенно вас. Отдыхайте, развлекайтесь и верьте в чудо, потому что магия — это такая маленькая вещь, которая должна присутствовать в нашей жизни. Большое спасибо! Ну что, заходит Сэнди Макс Дэвис! Дорогие друзья, после такого обязательно нужно немножко прийти себя как...